В начале марта 2017 года во дворце спорта «Магаз» имени Евлоева в городе Назрани Республики Ингушетия состоялся турнир по смешанным единоборствам «Дорога М1. Битва в Назрани». Соревнования проводятся в республике в шестой раз, и впервые на нем приняли участие бойцы из Хасавюрта. В рамках турнира состоялись 19 поединков, три из которых представители клуба «Fighting Eagles». Умар Абдулаев, Гергей Шахрурамазанов и Магомед Хакимов одержали победы. В Ингушетии семимильными шагами развивается ММА, у них на государственном, на республиканском уровне, на уровне президента развивается ММА. Чуть тяжело бывает угнаться за такими ребятами, но благо наша хорошая школа, дагестанская школа ММА выручила, и тренерская работа сказалась. Ребята в упорных тяжелых боях одержали двое достойные победы. Один дрался на решение, из-за состояния здоровья у него чуть тяжело бой пошел. Так в целом ребята справились с поставленной тренерами задачей. В турнире выступили представители Чечни, Дагестана, Ингушетии, бойцы из городов Сочи, Тулы, Москвы и стран ближнего зарубежья, Украины и Азербайджана. Зрители стали свидетелями ярких поединков, упорных противостояний, бескомпромиссных схваток за звание лучшего. В 16-м бою хасавюртовец Гергей Шахрурамазанов закончил бой в партере, одолев бойца из Ингушетии и Суханиева. Руководителя клуба Алмахана, весь тренерский штаб, который подготавливали нас к этим боям. Все прошло хорошо, отлично. Бой был, так сказать, не тяжелый, но хороший. «Битва в Назрани» – это проект М1 Global, который представляет собой систему отбора среди перспективных молодых бойцов по олимпийской системе на выбывание для последующего участия победителей в различных турнирах. Как отмечает тренер клуба Надырбек Хабибов, во время боя важно все, поэтому оттачиваются навыки и мастерство как в ударной технике, работа в партере, так и общая выносливость и умение вести стратегически запланированный бой. Ну, доволен я, если так коротко сказать. Слушали тренеров, работали по плану, по выработанной стратегии. Вот. Никаких ошибок, в принципе, можно сказать, не были замечены, но все же есть моменты, над чем нужно поработать. Соперники были очень достойными, наши же братья с Ингушетии. С ним, конечно, у нас чисто спортивный интерес, ничего личного. Вот, очень достойные соперники, которые, можно сказать, показывали себя как на любителях, так и в профессиональных боях. По приезду победителей в родной город Хасавюрт состоялась встреча в спорткомплексе имени Гамида Гамидова с президентом клуба «Боевой орел» Умаханом Умахановым, который наградил поощрительной премией бойцов и тренеров за выполнение поставленных целей и пожелал дальнейших побед на предстоящих турнирах. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».